Леш, ну, начинаются рабочие дни, по-разному мы видим так у футболистов настроение, кто-то еще, может быть, чуть-чуть не отдохнул, кто-то наоборот такой в хорошем тонусе. Где был, если вот вспоминать там, как в детстве, да, как я провел лето, чемпион первой лиги Алексей Чичиков? Ну, когда ушли в отпуск, награждение было, ушли в отпуск, и пришлось ехать домой к своим родителям, потом к девушкиным родителям. Потом вместе собрались, забрал сына, вместе забрались, поехали в Кирилловку, там провели прекрасных 6 дней. Отдохнули. В наше время в Кирилловку это по-богатому? Нет, там довольно мне понравилось, хорошо, комфортно. Семейный такой отпуск получился, отдых. Ну, отдохнули, сейчас с новыми силами теперь рвемся в бой. Премьер-лига, болельщики прогнозируют, как эта команда может себя проявить, как эта команда, скажем так, сможет закрепиться или там сразу заявить о себе громко. Ты поиграл на классном уровне, и ты понимаешь, что это совершенно другая история будет. С какими мыслями ты входишь в этот сезон, чего ждешь прежде всего от себя, и вот на твой взгляд, этот коллектив где будет, на каких полюсах? Считаю, что этот коллектив боеспособен, хорошая команда, и я уверен, что мы сейчас проведем качественные, комфортные сборы, добавим во всех планах, в игровых, в тренировочном процессе, я тоже уверен, у нас будет полный порядок, поэтому насчет сюрпризов в премьер-лиге постараемся, я уверен в этом, что дадим бой всем, видели в кубок, как мы играли, поэтому думаю, нас тоже опасаются. Думаю, у нас все впереди. Самые хорошие игры, победы. Днепр всегда славился определенной атмосферой. И вот было видно, что ребята друг за другом соскучились. Очень много юмора. Кто сегодня такой самый бодрый с отпуска, на твой взгляд, вышел? Ну, знаю, что некоторые прилетели прямо и вчера, позавчера. Прям, можно сказать, на тренировку. Все в хорошем настроении. Очень рада Крау видеть. Наконец-то он там выздоровел со своими травмами. Так же самое и другие, кто пропускал. Все в хорошем настроении, позитиве. Шутим, смеемся, улыбаемся. Пока.